Сегодня, ребят, в стране день траура. Сегодня тяжело говорить. Да что можно тут сказать? Столько детей потеряно, столько людей. Это ужасно, конечно. Чиновники пытаются все дело перенести на рядовых сотрудников охраны, магазина. А вот про себя они, как всегда, немножко начали забывать. Так вот, чиновникам напоминание, что кто они и где они. Мой друг Иван написал данное стихотворение буквально за 10 минут и попросил: Серега, если можешь, даже опубликуй на канале. Я сделаю это с удовольствием. Послушайте. В Думе похотливо и блудно лицом нашей Родины стали иуды. На лице их пустота, безразличная к бедам паскуды. И вот они, власть имущие, так боятся за ранги чины, за должности в страхе трясутся. Вам, прихлебателям хлуям, не стыдно за ваши поступки? И ведом лишь страх за себя, за монеты, за мнимость, заслуги. Но только все это пустота. За то, что есть вы, мне больно и грустно. Хватит ли смелости взглянуть в глаза родителям, чьи дети в пламя вишни звонили с последним прощанием? Дышал бы ты выбросом газа, как дети Волоколамска. Желаю тебе одного, чинуша, предатель и взяточник, чтобы каждую ночь, засыпая, слышались детские крики невинных, что сожгли заживо, жадность и подлость. Жадность и подлость вашего имени. С большим неуважением к вам, чинуши, от всех нас.